открылись новые обстоятельства недавнего ДТП на Ярославской трассе у деревни Буньково. Напомним, вечером в пятницу произошло лобовое столкновение «Лады» 15-й модели и грузовой «Газели». Причиной стал выезд легковушки на встречную полосу. Никто из участников ДТП не выжил. Кроме обоих водителей погибли три пассажира «Лады», среди которых 4-летний мальчик. Шанс выжить в результате такого сильного столкновения был только у «Газелиста». Но он не был пристегнут, поэтому скончался на месте. После экспертизы крови погибших на алкоголь выяснилось, что все в легковом автомобиле, кроме ребенка, были сильно пьяны. Водитель автомобиля УАЗ-2115 передвигался в автомобиле. В состоянии алкогольного опьянения было выявлено 1,5 промилле алкоголя в крови. Кроме того, в нетрезвом состоянии находились двое из его пассажиров. Мужчина 86-го года рождения. Подобная степень алкогольного опьянения признается тяжелой.